На верхнем уровне мы затронем его отношения с отцом. Скажем, я не буду следовать по стопам отца. Тогда уровнем ниже мы подкинем ему мысль, я буду принимать все решения самостоятельно. И к нижнему уровню в ход пойдет тяжелая артиллерия. Мой отец не хочет, чтобы я был им. Именно. Три уровня сна. Да при малейшем нарушении все тут же развалится. Снотворное. Чтобы создать три уровня сновидений, нам придется обратиться к очень мощному снотворному. Смесь для общего сна создаст очень четкую связь между участниками сна, одновременно ускорив функцию мозга. Это даст нам больше времени на каждом уровне. Функция мозга во сне будет раз в 20 выше обычной. И когда вы войдете в сон внутри сна, эффект умножается. У нас три сна, а это 10 часов умножить. Я терпеть не мог математику. Сколько у нас времени? Неделя на первый уровень сна, полгода на второй и на третий... 10 лет. Кто захочет застрять во сне на 10 лет? Зависит от сна. А когда мы закончим, как мы выберемся оттуда? Надеюсь, у тебя есть идея поизящнее, чем прострелить мне башку. Выброс. Что это? Вот что такое выброс. Это чувство падения, которое расталкивает тебя и вытаскивает из сна. А мы почувствуем выброс под таким снотворным? Я создал снотворное, которое никак не затрагивает функцию внутреннего уха. Таким образом, каким бы глубоким ни был сон, человек все равно чувствует падение. Или толчок. Сложно синхронизировать выброс, чтобы он затронул все три уровня. Можно синхронизировать все при помощи музыки. Ему не назначено никаких операций, нет даже посещения зубного. А разве у него нет операции на колени? Нет, ничего, где бы его усыпляли. А нам надо не меньше 10 часов. Сидней и Лос-Анджелес. Один из самых долгих перелетов в мире. Он совершает его каждые 2 недели. Наверняка на частном самолете. Только если его самолету не потребуется внезапный ремонт. Тогда 747. Это почему? Там кабина пилота наверху, а бизнес-класс в носовой части, чтобы никто не ходил мимо. Нам придется купить весь класс и заодно бортпроводницу. Я купил авиакомпанию. Решил так проще. Похоже, у нас будет 10 часов. Рядно. Блестящая работа.